Для большинства простых телезрителей эти ночные часы – это было временем счастья. Не потому, что мы узнавали что-то новое и экзотическое, а потому, что это было время, когда нам возвращалось человеческое достоинство. Мир вдруг переставал быть системой примитивных отношений, борьбы сильного, правом, борьбой за выживание. Мир вдруг становился адекватным, сложному, цивилизованному существованию человека. И вот это, по-моему, не меньшее, что сделала эта передача. Она вернула нам человеческое достоинство, с которым мы можем идти в будущее, цивилизованное будущее, достойное нашей великой страны. Большое спасибо.